Ленинградская область, Кировский район. Здесь, в уездном Шлиссельбурге, полным ходом идет реставрация Благовещенского собора. На протяжении почти 300 лет храм украшал собой живописный городской пейзаж. Однако жестокое время Великой Отечественной практически стерло на нет величие и блеск этой жемчужины русского севера. Годы шли. Ни советские, ни российские власти не горели желанием восстанавливать собор. Так и превратился бы памятник архитектуры в историческую пыль или, в худшем случае, в бизнес-центр. Но нашлись хорошие люди. В 2009 году был организован фонд Благовещения, который взялся за реставрацию. Работы идут полным ходом, и намеченная цель уже близка. В настоящее время подготавливается монтаж главного купола. Купол начнем собирать на следующей неделе, и после того, как он будет собран и обшит, будет производиться монтаж непосредственно на храм. Под сборочную площадку для купола потребовалось установить два временных помоста. В качестве опор были выбраны винтовые сваи компании «Своенова» – самый надежный и комфортный вид фундамента. Несмотря на все трудности, профессионалы «Своенова» выполняют работы точно в срок. Быстрое и качественное исполнение позволит заказчику избежать дополнительной траты средств, которых у фонда Благовещения и без того немного. Объем финансирования у нас сейчас порядка 15% от необходимой суммы. Поэтому если есть возможность у людей, как бы у организаций, которые заинтересованы в восстановлении, хотят помочь. У фонда есть собственный сайт, и там можно найти всю интересующую информацию. Компания «Своенова» уже внесла свой немалый вклад в восстановление собора.